Омску грозит эпидемия ОРВИ, предупреждает Министерство здравоохранения региона. Из-за потепления повышается активность вирусов, интервал от 0 до минус 5 градусов для них благоприятный. Сейчас в регионе ОРВИ болеют 8 тысяч человек, случаев гриппа пока нет. Эпидемию ждут в январе-феврале, но она может начаться и раньше. Болезнь страшна осложнениями, которые могут привести и в том числе к летальному исходу. Поэтому желающим еще ставят прививки, хотя массовая вакцинация уже закончилась. На данный момент в Омской области привито 757 тысяч человек. Врачи используют вакцины, которые защищают и от новых штаммов вирусов. К примеру, в текущем сезоне в России ожидается распространение гонконгского гриппа. Его эпидемия была зафиксирована в 1968-69 годах, и теперь этот вирус гриппа возвращается с новыми мутациями.